Кто нас тут кушает правильно? Кукурузинка. Давай, молодец, кукурузинка, молодец. Какой у тебя рабочий хвост, а? Твой хвост можно, значит, использовать как веник. Значит, прицепить туда что-то по это самое, чтобы было погуще. И будешь ходить и подметать, да? Молодец, давай, кушай. Как хорошо, что ты кушаешь. Молодец, девочка. Давай. Ты там почти не выбирай мясо. Ты полностью кушай кашу. У тебя что, на улице каша была, что ли? А? Ты посмотри, какая мадам капризная. Эх, эти девушки. Ну, хвост я не могу. Гляньте на этот хвост. Ой, боже мой. Артистка. Здесь ничего нет. На это... Все, что здесь было, тебе положил, да. Смешная, не могу. Давай, кушай, молодец, девочка, красавица. Кушай, молодец. Худенькая. Ну ничего, потихонечку наешься, все будет хорошо. Так, только ты мне там не хулиган, ты там в будке на сломе не писай. Ага, хвостиком мне машет, отдает. Ой, красавица вышла, давай. Иди, я закрыл хвостиком, не бойся. Артистка. Давай, ко мне, давай. Давай ко мне, давай, принцесса, давай. Принцесса. Ага, давай мячик. Давай, что это, мячик? Да мне принеси, давай мне. Давай мне, давай. Ах ты хулиганка, ах ты артистка. Ой, танцульки. Она, оказывается, ребят, у нас умеет танцевать. Ты у нас, значит, артистка, да? Артистка, значит, танцевать умеешь, молодец. Давай, хорошо походи. Ну, я посмотрю, там как покушал, все или нет. Так, девчонки. Успокоились. А, ну не поела все. Все не поела. Аппетит все-таки не очень хороший. Давай, в туалет. Давай. Давай в туалет, чтобы папа посмотрел, что там у тебя со стульчиком. Принцесса. И танцевать умеет. И хвостиком машет. Все умеет, да, красавица? Что там, письма, да? Там письма были, да. Давай, тоже оставь письмецо. Ага, стул хороший, ребят. Извиняюсь за подробности, но стул сформированный. Хороший, пока что мне нравится. Вариант хороший. Ну, боится пока просто девчонка. Незнакомое новое место. Типа странно, что всегда поесть есть, да? На улице такого не было. Давай, сходи, я уберу. Ага, и пописать, да. И покакать. Отлично. Молодец. В будке нельзя, хорошо? Вот надо выходить и здесь писать. Да, здесь. Ну, давай, станцуй. Танцуй. Ой, красавица, хорошая девочка, хорошая. Обижали, да? Обижали девочку. Ну, ничего, все будет хорошо. На рука моя вкусная, она в каше. А ты свою даже кашу не доела. Кукурузненько. Ну, твой хвост, это вообще что-то. Твой хвост — это чудо-хвост. Чудо-хвост. Хорошая, да, хорошая. Молодец, девочка. Ласковая, да? Ты, главное, держись, хорошо? Ты, главное, держись и ничем не болей. Окей? Не болей. Там прививочку сделаем, все сделаем. Ты, главное, ни в чем не болей. Ты моя кукурузенька. Ласковая, да, ласковая кукурузенька.
Морда черная твоя. Там у тебя белая бородка, да? Будешь Дед Морозу играть. За что таких бедных детишек выкидывают, да? За что вас выкидывают, а? Потому что девочки, ну и мальчиков выкидывают тоже, конечно. Ну, большинство девочек, да, это понятное дело. Ну, ты же такая ласковая, смотрите, какая ласковая, какая лапочка. Ну, просто чудо, эти моя девочка хорошая. Опа, тебе рука моя нужна, внимание, да, нужна? Вот рука моя, на, держи. Держи мою руку. Вот так тебе тоже по чесулечке сделаю. Ой, ой, смотрите, как кайфует, как. Гляньте, гляньте на ее мордашку довольную. Ой, какая мордашка у нас довольная. А какая довольная. Никто по чесулечке не делал, да? Не делал. А я тебе сейчас еще вкусняшку принесу. Хорошо? Посиди, подожди меня. Стой, стой, пришел, стой, держи, опа, а ну-ка, как тебе, а ну давай рассказывай, как тебе, как первое ощущение, первая вкусняшка спасенной нашей девочки, ну как тебе вкусняшка, а? Она, наверное, думает, откуда же я знаю, пока не распробовал, я же впервые в жизни это пробую, ну давай, погрызи, ну, как погрызушка тебе. Ты не знаешь, что с ней делать. Просто грызть. Как сладкую косточку. Вот так. Угу. А, распробует. Видите, распробует, значит. Не знаю, то ли грызть, то ли что с ней делать. Ага, ага. Молодец, молодец, молодец. Ммм, вкусненько. А, вкусненько тебе, молодец. Хорошая девочка. Не было, да никто не давал, да нет, конечно же нет. Ой, 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 бедное дитё. Молодец, красавица. Прекрасно. Принцесса. Ну, к вечеру, знаете, ребята, она к вечеру, значит, разыгралась, да, разыгралась к вечеру. Морда ты, мордашка. Поела? Ну, давай, ты заходи к себе. А я выпущу остальное. Тут же дела свои сделал. Давай я тебе еще дам, смотри. Давай вот так в кашу положу тебе. Вот так еще одну. Ага, и к себе побежала, значит. Побежала к себе. Молодец. Завтра я, значит, привезу солому. И набью тебе еще соломы. Хорошо? Где ты? Согласна? Согласна, согласна. Давай, грызи по грызюшку. Видите, ребят, как она погрызушку, значит, полюбила сразу. Это ее первая погрызушка. Молодец, молодец. Ты такая интересная, слушай. Ну ладно, не буду тебе мешать. Друзья, но с вас, нашей принцессы, значит, лайк, подписка, колокольчик. И будет классен ваш деночек. Как Маркуша говорит наш. Давай, ешь. Все, друзья, не будем ей мешать. Пойдем, значит, делать остальные домашние дела. Всем всего доброго, ребят. Пока-пока.